Если на огурцах начали желтеть листья, значит им что-то очень не нравится. Либо вредители начали атаковать растения, либо есть большой дефицит какого-то микроэлемента, либо вы неправильно ухаживаете за растением. Если вы проверили наличие вредителей, проредили пасынки, наладили температуру, а растение не оживает, нужно предпринимать срочные меры, иначе растение просто погибнет и не будет давать плоды в этом году. Причинами пожелтения листьев могут быть нехватка света, нехватка тепла, избыток солнечного света, плохая увлажненность почвы и засуха, а также полный набор вредителей – от тли до белокрылки. Также причиной может быть пероноспороз и другие болезни, либо же натуральное старение растения. Также стоит обязательно обратить внимание на правильность полива и эффективность вносимых подкормок. Если причиной являются вредители, то можно вылечить растение и избавить от букашек народными средствами на основе нашатырного спирта. Например, берем водный раствор нашатырного спирта, либо же настой из 2 стаканов древесной золы с хозяйственным мылом и водой, или отвар из листьев чистотела. Такие составы отлично подходят для опрыскивания огурчиков и помогут справиться с вредителями. Но если причину пожелтения листьев вы не выявили, то я советую воспользоваться комплексными препаратами, которые предназначены специально для поддержки здоровья огурцов. Одним из лучших таких средств, которые мне удалось попробовать, является порошок под названием «Фитоверм». Я развожу его по инструкции с чистой водой, заливаю в пульверизатор и тщательно обрабатываю огурчики по листу в июле месяце.